Андрей Зубарев, защитник команды «Салават Юлаев». Андрей, впервые в сезоне сейчас находитесь в роли догоняющих. Как-то это давит? Да, все верно. Вы сказали, команда «Спартак» чуть выглядит, как будто чуть посвежее в движении. Видно, что они нас успевают накрывать давление. Посмотрим, как первый период. Ну, а вообще тогда комментарии по первому периоду, еще и шайбу пропустили. Что делать? Чего делать? Продолжать играть. Шайбу пропустили, но случилась контратака, все бывает. То есть, были еще моменты, что мы сами отдавали шайбу в своей зоне, у них тоже были опасные моменты. Плюс, видите, было большинство, в принципе, с той стороны, поэтому все может поменяться в любой момент. Ну и несколько слов о настрое на следующие два периода. Выходить, играть в игру, в которой, в принципе, мы играли до этого три игры, и правильно не отбрасываться. Не проигрывать движение, в принципе, зарабатывать удаление, именно чтобы мы играли в большинстве и, в принципе, реализовывать. Спасибо большое, Андрей Зубарев, защитник «Салавата», отвечал на